Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас очередное видео в моей подготовке к родам. И сегодня буду рассказывать, что же я упаковала в сумку моего малыша в роддом. Из таких самых очевидно больших вещей, которые я беру с собой, начну, наверное, с этой стопки. Первое, что я беру с собой, это моя подушка для кормления и ставка для автокресла. Автокресло, кстати, также мы берем с собой. Оно у нас уже отправилось в машину для того, чтобы, не дай Боже, его не забыть. И, собственно, это те такие большие гаджеты, которые я беру с собой для более удобного кормления и для более удобной транспортировки малышоныша обратно с роддома домой. Это первое. Второе, я беру ему комбез на случай, если на улице будет прохладно. Не уверена, буду ли я его одевать, но, тем не менее, на всякий случай его с собой возьму. И также из больших таких вещей я беру белое одеялко, которое шила для малыша мама. И, в общем, его я буду использовать во время выписки, когда мы уже будем отправляться домой. Как минимум, одну красивую фотографию в белом таком одеялке я сделаю, в общем-то, перед тем, как отправиться домой. В Риге, в роддоме, если все в порядке, ты находишься трое суток. Есть набор вещей, которые ты можешь для малыша взять. Причем в рижском роддоме требования или вот этот список, который они тебе дают, он не является обязательным. Я знаю, что в Санкт-Петербурге и, в принципе, в России, там эти списки прям какие-то такие обязательные, очень строгие, важные и так далее. У нас все на самом деле достаточно либерально. В случае, если чего-то у тебя нет, ты можешь купить внизу в роддоме, есть и магазин для мам, и аптека, и, в общем, и сам роддом какие-то вещи может тебе предложить и что-то снабдить, чем-то точнее снабдить, но, в принципе, они на своем сайте и вот в списке, которые можно взять в самом роддоме, они так и говорят, что ничто не является прям абсолютной необходимостью, без которой тебя в роддом не пустят. Вот, но я списка придерживалась и дополнительно взяла какие-то вещи, которые, ну, как мне кажется, могут пригодиться. Вот, и, следовательно, давайте разбирать и смотреть, что же поместилось в этот рюкзак, которым я, кстати, мега довольна. Он настолько емкий и вместительный, что просто... Ах, счастью моему нет предела. Значит так, первое, что я беру с собой в рюкзак для малыша. Первое, это вся медицинская документация, которая была сделана во время беременности, в том числе здесь есть паспорт матери, ну, у нас он называется паспорт матери, в России он называется обменной картой. То есть здесь все, что необходимо, может понадобиться роддому, именно с точки зрения информации о моей беременности. Также сюда я положила подгузнички. Это маленькие памперс пьюр подгузники для малышоныша вот новорожденного. Их я взяла 10 штук. И также я взяла одноразовые пеленочки. То есть они также в списке роддома присутствуют. Вот такие вот одноразовые пеленки для малыша, для его переодевания. В общем-то, роддом также просит с собой брать. Штук 5 я, наверное, взяла. Думаю, нам хватит. Так, что же у нас здесь сбоку в кармане? Здесь сбоку в кармане у меня средство для... антибактериальное средство для рук. Это на случай, если не будет возможности все время бегать в ванную комнату и умываться. И в переднем кармане у меня еще памперсы. Здесь я, кстати, взяла памперс уже второй по размеру, больше, нежели чем вот те 10 штук, которые у меня первый номер. Хорошо, что у нас в основном кармане большом моего рюкзака? Значит так, здесь у нас, я уже показывала видеоролики о покупках для малыша, здесь у меня одежка для него на выписку, то есть это белая красивая кофточка, штаники, которые я до сих пор не знаю, будут ли они ему в пору или большие, мне кажется, они все-таки большие. Вот, и вместе с этим, конечно же, башмачки, шапочка и перчаточки. То есть это у нас все на выписку для того, чтобы малышоныш наш красивый поехал домой в своем белом одеялке,
Так что маме большое спасибо за то, что внуку навязала столько красивых вещей. Так, помимо этого я взяла для него одежды. Наш роддом рекомендует, по-моему, 3 или 4 комплекта одежды для малыша. Я взяла побольше. Обязательно сниму потом видеоролик, в котором дам отчет, что я реально использовала в роддоме и со своей сумки, и сумки малыша. Но почему взяла побольше одежды? Потому что, во-первых, я уже говорила ранее, что я не знаю, какого размера будет мой малыш и какая одежка для него подойдет. Нулевой размер, либо размер, который первого месяца. Вот. Следовательно, я беру чуть-чуть того и чуть-чуть того. Вот. Второй момент, в котором я не уверена, я не знаю, что будет с животиком моего малыша. Будет ли он сильно отрыгивать? Будет ли он сильно дуть свой памперс? Не уверена, не знаю, опыта нет. Беру достаточно большое количество одежды двух размеров для того, чтобы на всякий случай у меня была сменка. Ну, если не понадобится, да господи, ну не понадобится, тогда приедет все это прекрасным образом обратно домой и буду этой одеждой пользоваться дома. Также они пишут, что нужно взять с собой 3-4 пары носочков, их я тоже взяла. Мой муслин, который я беру обязательно с собой, его я могу использовать для того, чтобы пеленать малыша. Вот. Также я могу его использовать для того, чтобы прикрываться во время кормления, в случае, если к нам придут гости. Дальше я беру с собой все свои 4 слюнявчика. Опять же, не знаю, насколько малыш будет отрыгивать. Плюс ко всему, когда они рождаются, у них из носика, из ротика, там откуда там еще может быть слизь, они могут быть отекшие, поэтому не знаю, насколько чистенько или нечистенько у нас все получится, поэтому вот эти слюнявчики я обязательно беру с собой, также я беру с собой несколько вот этих маленьких слюнявчиков, чтобы вытереть ротик и помочь малышу, в общем-то, чувствовать себя свежо и чистенько. Также роддом пишет о том, что нужно взять с собой полотенце, 2 маленьких полотенца и 1 большое полотенце, в которое можно укутать всего малыша, очевидно, после умывания. Это я тоже беру с собой. Ну и помимо этого, как я уже говорила, мои прекрасные water wipes, то есть это влажные салфетки для попки малыша, я беру с собой. Потом я беру обязательно 2 соски. На всякий случай не уверена, понадобятся они мне или нет. Также я беру крем для попы и средство для умывания, то есть шампунь и гель для душа детский. Не знаю, опять же, понадобится это или нет, потому что, ну, попа-то у нас свеженькая, только что родившаяся, и вполне возможно, что этот крем пока еще нам не понадобится. И также я беру с собой, на всякий случай, nose Frida, если нужно будет почистить нам носик. Вот, эта штука, мне кажется, обязательно к употреблению. Вот, ну, в принципе, все, что для малыша, это, наверное, все. Как-то одновременно, мне кажется, и много, и мало, но, по крайней мере, я знаю точно, что все, что мне нужно в этой сумке есть. В случае, если что-то еще понадобится, мы купим там же в роддоме, или Арс приедет домой и возьмет из дома то, что еще нужно. Ну, в общем, это все, что я упаковала в сумку для своего малыша. В комментариях пишите, что вы паковали в сумку малыша. Не забыла ли я чего-то очень-очень важного? Если забыла, напоминайте мне, пожалуйста, потому что беременный мой мозг нынче плохо соображает и плохо помнит вещи, которые, в принципе, следовало бы молодой маме всегда помнить и держать у себя в уме. На этом сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, желайте нам, пожалуйста, удачи, успеха на этой неделе. Ах, мы уже очень близко и готовы отправиться в роддом. Так что увидимся в следующем моем видеоролике. Пока! Everything will be fine.